Приветствую вас, друзья, на канале Rolly Game Online. С вами Росси. Мы продолжаем играть в Mount & Blade. Это у нас третье видео по игре. В прошлом видео мы отгребли пиздюлину от лидера разбойников. Немножко прокачали по квесту солдат. И на этом, в принципе, остановились. Значит, что у нас дальше? Давайте посмотрим опять, что у нас по квестам. Осталось 7 дней для того, чтобы тренировать войска для Зраклиса из Амикона. Не знаю, почему только 3. Если у нас их по факту уже больше. Сейчас скажу точно. Вроде или 7, или 8 мы уже тренировали. Так. Сейчас оно все прогрузится у нас. Вот, обучен временный ополченец 7, временный ополченец 3. То есть еще нам 3 человек нужно подготовить, так сказать. Ну, я рядом с Амиконом так и тушу. 7 мне осталось, да? Давайте, наверное, будем подвигаться к логу, вот там, где я в прошлом видео получил триндюлей. Для того, чтобы... Так, что там у нас... 19. Ну, 19 дней нам хватит до окончания провизии. Крестьяне. Может, Амикон, может... Кстати, давайте с ними поговорим, что у них вообще есть интересного. Скорость 2,2. Какая у меня скорость? 2,3. Я должен их догнать быстро. Но при этом, при всем, я все равно... Вы что, издеваетесь? Слава богу. Я думал, я их никогда в жизни не нагоню. Так, приветствую, милорд. Мы фермеры из деревни Амикон. Мы направляемся обратно в нашу деревню с рынка Ликарон. Это уже на рынок, какие продукты у вас есть. Что ж, держись, прощай. Не забери все, что тебе есть, сдавайся или умри. У меня есть вьючный верблюд. За 30 мы можем продать вам 7 вьючных верблюдов. Они мне нужны? А давайте попробуем. Я не знаю, нахрена мне надо. Вы, так, принадлежности. Это случайно нажал, ребятки, случайно, совсем случайно. Хорошо, теперь я хочу посмотреть, где находятся мои верблюды, которые я купил. Инвентарь. Вьючный верблюд. Вес лошадь, ранг скакуна, скорость 35, натиск 4, убой. Мы можем заделать его на мясо. Предварительный осмотр. Надеть. Давайте наденем верблюда. Опа. Опа-па. Только вот что-то лошадь будет. Верблюд меньше весит. Скорость чуть больше. Маневр меньше и прочность меньше, чем у лошади немножко. Ну, я думаю, ничего страшного. В общем, я считаю, что я молодец. Я купил 7 верблюдов. Теперь это круто. Сбруя, вьючный верблюд. Все хорошо. Может, кому-то из ребят надо бы верблюда дать. Я был бы не против. Че, зря я их купил 7 штук аж. Так, имперский лучник. В общем, будьте пока без верблюда. Так, я хотел еще, вы знаете, заехать в какой-нибудь город. Посмотреть, что там есть. Так, замок. О, видишь, возле укрытия. Крестьяне. Ликарон. Наверное, туда поедем. Въезжу в империю. Ну, вот бы караван бы бабахнул, но... Мы все-таки православные люди. Никого нет абсолютно. Не с кем драться. Я, наверное, всех здесь победил. Грабитель решил к нам присоединиться. Надо же. Только один из двух. Ну ладно. Ну, я не принял. Как не могу привыкнуть, что нужно принимать. Готово. Так, сейчас полазим туда по городу. Время у нас есть. Крестьяне. Ополчение, процветание. Продано зерно, серебро.
Давайте посмотрим, что есть интересно. Хотя ночь. Так, отправиться на арену, пойти в регион таверны. Давайте в район таверны пойдем. Продать всех пленных. Вот так вот. Посетить таверну. Может быть, наймем какого-нибудь с собой компаньона или странника, как он там правильно называется. У нас там где-то тоже было по заданию, по основной ветке, что нам нужно восстановить свой клан. Для этого нанять наемников. Так. Имперский горожанин. Наемный разведчик. Вам нужны бойцы, сир? Я и один моих товарищ ищем нанимателя. Мы вольные воины и наемники. Мы приземлимся к вам за 750. Нет, это слишком. За двоих человек 750 я могу купить армию за такую сумму. Горожанин. Вот музыкант неплохо играет. Любовь моя далека, кто знает, где она. Быть может, ответь о ветра. Сыграй, милый человек. Просто сыграй. Танцулики происходят. Хорошо, мне надо какой-нибудь такой посредник. Приветствую, сир. Вы имеете отношение к битвам? У нас могут быть общие интересы. Великолепно. Я подозреваю, что по роду своей деятельности вы иногда можете обзавестись с несколькими пленниками. Я бы мог у вас выкупить их. Работорговец? А нет, работорговца нынче не часто увидишь. Раньше империя часто воевала с соседями, и многие проигравшие оставались рабами, и это с лихвой покрывало все военные расходы. Но сейчас хорошо это или плохо торговать людьми попросту невыгодно. С множеством спорных границ, ушей головорезов, снующих туда-сюда, пленники имеют слишком много шансов убежать. Но это не означает, что война не может быть прибыльной. Все с точностью до наоборот. Многие пленники все еще в заточении, и их семьи заплатят, чтобы вернуть их. Такие люди, как я, путешествуют через империю и внешнее королевство, приобретают пленников, связываются с родственниками, чтобы получить подходящий выкуп. Так, чьи семьи не могут заплатить, что я могу получить пленника? А ты можешь выкупить меня, если меня схватят. Конечно, меня знают в каждом дворе Калеридии. Не каждый может такое сказать, поэтому всегда храните какой-нибудь горшок и верного человека, чтобы смог быстро его найти. Понятно, пока. Так, мне интересно, имперский гражданин, бабища. Да уж, об этом Ченнон предыдущий говорят, что на него трудно работать. Одна ошибка, и ты на улице. Ах, простите меня, сэр, чем могу помочь? А что, я бы хотела повезти наверх и там ее отзнакомиться с ней, как бы так сказать. Не получится так сделать. Грустные какие-то песни. Меня интересует гражданин имперский. Эти вот просто он, к примеру. Да он или танцует, или его глючит. Так, что здесь? Горожанин. Джемас грабитель. Что такое незнакомец? Кто-то. Я должен найти. Ха-ха! Вот это был поворот, как я сказал, типа, нам надо поговорить. Он такой, да, что случилось? Я такой, ладно, мне нужно идти. В общем, все, я вижу, что тут в таверне нету никакого наемника, точнее, компаньона. Кроме этих дорогих наемников за два этих. Ладно, хозяин таверны. Добрый день, сир, чем могу вам помочь? Вы знаете, кого-нибудь, кого можно найти с собой для меня? Мне хотелось бы помочь, чтобы этот город может помочь. Никто сейчас не нуждается в помощи, спасибо. Возможно, это будет зависеть от того, какая информация вам нужна. Мне много слухов о рынках, караванах и тому подобном. Темноподноготных этих земель, бандиты и прочее, давайте немного обеспечим вашему бывшему обществе. Понятно, не берите в голову. Короче, если сейчас ничего не нужно, я расстроился. Я сюда пришел за компаньоном, а его здесь нет. Я слышу, что сарай грабят пограничные деревни. Людям здесь лучше быть начеку. Понятно. Поэтому я говорю этому бездельнику, эй ты, оставь нас в покое, или салон тушенка узнает об этом. Ха, больше у него не было возле нашего дома. Или салон тушенка. Ладно, все, выходим отсюда, ребята. Выходим, я остался недоволен. Компаньона нет, ничего нет, никакого праздника. 6 дней осталось для истечения выполнения миссии. Нам еще нужно обучить 3 коллеги, и, к сожалению, у нас нету просто
бандитов, на которых их можно обучать. Не знаю, в общем, все. На этом мои полномочия, все. Я устал, я ухожу. Ладушки, сейчас поедем обратно. Глянем, что там. Если он сильно загрузится, конечно. Мой старый компьютер. А, ну да, мы же в центр загрузились. Так, за лорда темница. Винодельня. Гадюка надеюсь, Джимон Вольник. Вялый Тимон. Вялый Тимон, блядь. Ладно. Может, что-то купить можно? Ну, Бронник. Покажи, что у тебя есть на продажу. Капюшон. Высокий шлем. Ого, цены. Нифига себе. Красное платье. Ну, такое себе. Не знаю, зачем бы его себе покупал. Ладно. Я бы хотел себе где-то найти щит, если честно. Бронника нет. Ты кто? Тоже бронник? Интересно, у нас все одинаково или нет? Да, походу. Туфельки, шмуфельки. Наручи, подождите, я ж просто, или меня раздели, я ж, остановочку, я ж в прошлый раз вроде одевал там перчатки всякие такое. А чё, ну, здесь, а где наручи? Ладно, ты кто, торговец, что у тебя? Масло, зерно, глина, мех, кожа, овца, корова. Понятно. Ничего интересного. Так, торговец. О, седло, да, походу, продает. Мне нужно седло на верблюда. А нет, тут тоже нет. Тю, блин. То просто, значит, как этот, скажите мне. Как декорация. А жаль. Перский горожанин. Ребенок. Горожанин. Ну-ка, бронник, может, у этого. Нет, тоже фигня. Меня интересует щит. Имперский горожанин. Ну, тогда придется заехать в какую-то деревню, богадельню. Там у кого-то спросить. Проходит с лошадьми. А ну, оружейник. Ну, понятно, да, у оружейника здесь только этот. Короткий меч, простой восточный тесак. Понятно, короче, ничего интересного здесь нет. Ладно, что скажет мне торговец с лошадьми? О! Вот, верблюжье седло. У меня ж нету. Я, короче, тогда хочу свою лошадь одну продать. Так, вот это я хочу продать. И хочу продать свою вьючную лошадь. Вот так. И хочу взять... Вот, седло верблюда. С большой суммой. Вот. Вот так вот. Где-то мой верблюд, я хочу на него глянуть, как он будет выглядеть. Есть такое дело. Вызвать 27. Хорошо. Я согласен. Так. Ну, в смысле, я ж купил, блядь.
Это что, не верблюд? Выбросить. Ладно, потом разберемся. Рожанин нам не нужен. Так, все, отправляемся, короче, уйти отсюда. Город какой-то бестолковый. Войти в кузню, подождите, торговцы. А ну, нанять людей. Имперский рекрут. Давайте возьмем. Вот так вот. Надо качать рекрутов, надо качать. Поэтому... четырнадцать дней. Империя начнет разрешение правителю. Я теперь на верблюде скачу. Пока у меня скорость 5,2. А у них 4,7. То есть, по идее, я бы смог их догнать, если бы захотел этих крестьян. Оп, горные разбойники. 4,9. У меня 5,2. Я должен их догнать по-быстрому. Но, как видите, у меня это тяжело получается. Зато еще там еще 11 впереди он было. Так, сдавайся или умри, разбойник. Конечно же. Пу-п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 у
Так. Рыцарь Рагу следит за мной в атаку, натиск отступить, остановиться, сдаться, вернуться. Мои лучники, значит, уже ведут активную пальбу, я вот сейчас тоже буду так делать. Плохо, что у моих ребят нету щитов, я считаю. Они бы, как если были бы щиты, они могли бы закрыться и... Опа, меня попали. Ура, мы выиграли эту битву. Короче, я походу и перебил тех, которые еще подошли к нему подкрепление. Я заберу всех. Готовушки. И все-таки сбрую я не оделась, вы представляете? О, теперь оделась. То какая-то хрень. Готово. Что тут у нас персонаж? Мы можем немножко качнуть персонажа. Так. Мне нужен двуручный арбалет. Лук. Лук. Меткий стрелок. Стреляйте врагов с помощью лука и стрел, совершайте сложные выстрелы с большой дистанции. Точность и стрельбы увеличена на 10%. Учил. Что здесь у нас? Имперский рекрут. Мы можем его, ну, переведем его в лучника пока. Эти не захотели. Эти ребятки не захотели у нас. Почему у меня такая скорость маленькая стала? Интересно, это может быть? А, это просто потому, что ночь была, походу.
Так, ладно, я сюда в эти горы залез, мне это нафиг не нужно. Хорошо, если я сейчас... Оп. У них скоро 4,9, у меня 3,6. Хорошо, если мы сделаем так. Если я сниму эту хрень. Больше скорость будет? Нет. Мне кажется, мне эти пленные мне мешают. Как вы думаете, ребят? Да. Возить за собой пленных это не очень логично. И не очень выгодно, скажем так. Все равно 5,4,9, 5,2 не могу их догнать. Просто не могу. Наконец-то. Сдавайся или умри. Все легко, все просто. В нашей жизни. А так. Какие-то они все бомжеватые попадаются. Нету ничего интересного, никакой брони там. Каких-то хотя бы там палок, мечей. Надо купить щит, надо не забыть купить щит. А что вот это что дает? Ф2, к примеру. О, лучники. Так, арчерс. Вот, к примеру, где-то там займите позицию. И будете там лупить. А эти... Вот так вот. Все, мне как опытный полководец... Блин, немножко лучники не туда вышли, ну ладно, я просто не ожидал. Я просто не ожидал, что они так быстро подойдут к моим лучникам. Ну, главное, что все живы и все здоровы. О. Мы забираем всю эту штуку-дрюку. Готовенько. Никто не хочет повыситься, нет? Имперский рекрут только хочет повыситься. Так, у меня 5 лучников. 4 пехотинца. Вот так, вот 5 пехотинец у нас готово. А до кого, кстати, хотел лучник имперский повыситься до... Обученный лучник. Потом, потом, ребята, я не хочу, я хочу, чтобы все было постепенно. Так, ладно, надо, короче, отправляться в этот, скажите мне, я вам скажу, где там тот городочек. Я же все равно не успеваю выполнить это гребаное задание. 3 дня осталось. Я только 3 дня буду скакать к этому городу. Ну вот еще этих разбойников, может, успею завалить. Если догоню, конечно. Пять и два. Не могу догнать. То есть 0-2 вообще ничего не решают, в принципе. Короче, просто все в атаку. Вот этих 5 человек, я еще буду заморачиваться сильно. Короче, из меня парень с копьем никакущий. Ребята так радуются, как будто, я не знаю, о, имперский рекрут, имперский пехотинец, имперский лучник. А эти почему-то, ну, не качаются они, вот не хотят они качаться и все. Просто не хотят. Пидоросня какая-то, извините за выражение.
Короче. Поехал я к этому дебилу в Амикон. Скажу, вот забираю своих дурачков, сколько есть. Что-то дашь, значит дашь. Не дашь, значит не дашь. Кто мне там? Зараклис, да, вроде был. Насчет ваших заданий, которые вы получили мне. Вы смогли обучить любых людей? Да. Стоямба. Стоп. Ибрагим. В смысле, я не могу. Ну ладно, хорошо, добро, пускай так. Братан, раз ты так хочешь, давай так будет. Купить товары. Забирайте. Вот это все хочу, чтобы... А, запереть это, типа я скрываю, чтобы не продать случайно, да? Продать. Вам пригодится это в вашей деревне. Пацаны, а вы что продаете? А, ну ладно. Они еще на рынок, наверное, не ходили, не скуплялись. Или не совершали покупки, как правильно говорить, фиг его знает. Что там у нас? 10 дней провизии. 2 дня оставшееся время. Да. Поеду туда. Помочу немножко разбойников. Попытка номер 2. Давайте сохранюсь на всякий случай. Морные разбойники. Сейчас за ними погоняюсь немножко. Потом пойду в укрытие. И все, на этом все. Если успею, конечно. Это жесть. Давай, сели, умри. Атака. Кстати, просто я, ребятки, читал в интернете. Ну, умею читать, слава богу. Читал в интернете, что надо просто нанять себе спутника, который потом сможет уходить там на задание вместо вас там и так далее. Хорошая только что атака моя была. Просто шикарная, я считаю. О, может, я у него щит смогу забрать, как думаете? Ух ты, падла, ты в мою верблюда кинул. Еще себе, своему уже точнее. Надеюсь, у него щит заберу. Разбойник. Не буду я брать пленных, не хочу. Зерно, западное короткое копье, наверное, поменяю на свою вот эту хрень здоровую, которую. Забираю все. Бронированные мешковые штаны. Мешковатые. Хочу их себе взять. Это так имеется в виду. Ой-ой-ой, крутая коняка, короче, попалась мне. Броня, нет, все-таки эту броню возьму. Здесь ничего, да? Так, имперский рекрут. Лучник. Стоп, подожди. Не-не-не-не.
запутался немножко. Так, я перескорил круг 2, да, значит, одного на пехотинца, одного на лучника. Вот так. Имперский пехотинец. Ну что, надо же повышать, хлопцев, надо повышать. Вот так вот. Готово. Еще 7 разбойников. У меня последний, короче, шанс вот за этот день добраться до логова и попытаться... Почему так медленно? Что случилось? Я пленников не брал вроде. Не брал пленников. В чем проблема? Наконец-то. Укрытие. До конца зачищать его не буду. Я хочу просто побить и отступить для того, чтобы качнуть своих ребят. Вообще есть кто-то? Я что-то просто не вижу. А, вон да, стоит. Смотрите, он мне сейчас своим топориком попал. Вон наглость. А тут с лука не попал в него. Есть, попал. Попал в горца. Как я тут маловато. Но если я буду драться, конечно, опять с этим... Скажем так, не самых сильных мне в отряд дали. Я, кстати, опять же читал об этом в интернете, что в отряд дается при... Ну, это недоработка или баг считается, я не знаю. Короче, ты не сам выбираешь, кого тебе дают, а... Кого дали, того дали. То есть могут... прокачанные остаться вне боя. О. Пришел этот дурачок один. Это прикручиваем. Давайте, пацаны, рубите его. Ну че, кто теперь крутой? А? Кто крутой? Вот так вот. Что-то я еще должен был с ним в бой вступать. Тоже мне придумали. Пленные разбойники, разбойники, главарь горных бандитов. А давайте я вас всех заберу и пойду сейчас, короче, продам. Вот так вот. Так, о, щит. Ребятки, наконец-то. Наконец-то. Фальшион. Ну, у меня такой же. Так. Никто тут из вас не хочет. А вот временные ополченцы не хотят. Вот вы знаете, имперские рекруты хотят в кого-то учиться, а вот эти не хотят. Ой, это кошмар. Это, во-первых, почему... Ну, значит, задание будет провалено. На это мои полномочия. Все. Так.
Все, поехали. Ну все, время уже истекло. Так, но нет людей. Пойти в район таверны. Продать всех пленных. О, почти 300 копеек. Так, я хочу теперь пойти в кузню. Так. Значит. Что у нас есть такого интересного? Плавить, обработать, ковать. Ковка, значится. Все. Только, к примеру, пока первый ранг. Значит, сложность 10, длина, вес, коэффициент. Длина оружия, величина ускорения, скорость взмаха, колющий. Вот попробовать, что для него нужно, хорошо. Кованое железо, необходимого материала, кованое железо 3. Кованое железо минус 4 у меня вообще, ковка. Так, хорошо, давайте сначала переплавим, что у нас есть. Значит, у нас есть фальшион, из него я получу кованое железо. Надо уголь. Уголь. А уголь нам вроде... А ну, этот я могу разобрать? Это плюс один, плюс этот. Так, мне надо уголь. Хорошо. Переработка. Древесина в уголь. Хорошо. Торговцы. Тут все сразу. Вот тебе и щиты. Не надо было ходить. Как дурачок. Так, стрелы. Может взять зазубренные стрелы. Они попизже будут. Вес меньше. Урон колющий один. Давайте, наверное, так и сделаем. Значит, это я хочу продать. А зазубренные себе взять. Одни. Мне двое не надо. Так, вы заплатите 173. Хорошо, заплатим, не вопрос. Я хотел что-то себе поменять еще с брони. Заплатанный комбинезон. Меня лучше. Имперская роскошная конопляная туника. Прочный комбинезон. Разорванная одежда. Мягкая имперская кольчуга поверх кожи. О, ну так стоит 18 тысяч, конечно. Конечно. Вот этот получше будет, чем у меня. Кожаная туника. А это будет лучше? Нет. Вот кожаную тунику одну купить и надеть. А старую я тогда... Продам, кстати, лошадь. Это продам. Подвернутые туфли. Ранг брони. О, так это будет получше, чем у меня. Грубо вязаные сапоги хуже. Продать, значит, кожаная обувь. Хуже по... Ох, мне тут кожаная обувь. Штаны продать. Это что? Броня для тела. Херня. Виноград оставим, восточный джевелинг продадим. Хотя джевелинг можно было не продавать, ладно. Значит, здесь ничего такого толкового нет, да? Дерево, полотно, сито, мех, кожа, бархат, ювелирные изделия, капюшон пилигрима. Меня интересует... Не вижу, хорошо, ладно, готово. Торговцы. От людей. Кто тут есть? Имперские рекруты. Подождите. Еще раз идти в кузню. Необходимо так, это что? Плоское навершие, одноручный размер, одноручный меч. Ага. Так, давайте еще раз попробуем расплавить. Значит, мне для того, чтобы расплавить, нужно
Бревно. Где это бревно взять? Древесина. Древесину надо где-то купить, как я понимаю. Короче, пойдем сейчас посмотрим древесину. Свинский клан, тренируйте войска. Вы не успели. Требует вернуть их. Он передает вам следующее. Сири, отказы от вашей сделки. Жду, что как можно скрыть не моих людей. Это не вопрос. Верну я твоих людей бестолковых. Сколько их нужно было тренировать. Правда, сейчас просяду на 10 человек, но ничего. И, кстати, он бы за этих 7 коллег, что я обучил, мог бы какую-то копейку мне и дать. Горные разбойники. Ну, по пути как бы едем, грех им не навалять. Правда, мы сейчас пока их догоним, убежим вообще в другое свое государство. В другую игру, наверное, на другую карту. Ну, давай Селюмли, разбойник. Атака. Усе в атаку. Такой сброд у меня. Я вот смотрел там на Ютубе, этом вашем новом модном. Там, знаете, там такие красивые армии дерутся, там что-то, короче. Там толпа на толпу, войско на войско. И у меня такой именно сброд бомжей. Там все тоже кричат, там, знаете, там. Вот так все. Ничего, когда-нибудь я тоже до этого дойду. Если я, конечно, буду играть до этого момента. Так, западный топор пехотинцу беру, все. Жалко, ребята, что у вас не было с собой дерева. Так, ладно, двигаемся в Омикон. Купить товары, что тут у вас есть? Нема ни хера надо. Опции, можете себе в жопу своих овец засунуть. В смысле, я ж тебе пришел возвращать твоих людей. Смысл не понял вообще, если честно. Ладно, давайте подождем некоторое время. Так. Еще раз. Журнал. Старое задание. Вы не успели вовремя подготовить заказ Таркалис из Микон. Требует вернуть их. Он передает вам следующее. Сир, я отказываюсь. Друзья, враги. Скупой. Честный. Милосердный. Навыки. Навыки. Хорошо, я хочу тебе вернуть твое задание. Бестолковое. Известность 50. Нанять одного спутника. Видите, надо спутника нанять и увеличит наш динар до 2000. Хорошо, ладно, что тут? Отношения минус 5. Отношения. Еще раз. Нет. Уйти тогда. Давайте в эту деревушку пойдем, может там какое-то есть задание для меня. Че он не захотел? Зараклис гребаный. Зараклис, Ираклис. Так, что тут у вас? Дом нейтральный, нейтральный. Купить товар. Дерево есть? Дерево. О, серебряная руда, уже видите, уже интереснее. Но не то, не то, ребятушки, не то. Совсем не то. По псию поехали тогда. Товары. О, древесина. То, что доктор прописал. Так, возьму себе немного. Пока штучки две. Мало ли, может, они-то древесина. Ебать, да сколько она стоит? Вот так вот. Ну там хорошо. Ну ладно, но 5 возьму.
Готово. Так. Поехали теперь в город. Вот туда. Попробую сейчас из этой древесины что-то сделать. Если не получится, то обязательно будем в следующей серии разбираться. В следующем видео будем разбираться, почему я не могу. Мне кажется, это не та древесина, конечно же. Так, войти в кузню. А, нет, все, есть древесина. Так, плавить. Фальшион хочу расплавить, значит. А перед этим надо обработать. Значит, древесину обработаем на уголь. Вот, два угля у меня есть. Так, плавить. Значит, что? Вот, тут мы и дерево заодно получим. И железо, и кованое железо. А тут с фальшиона. Значит, фальшион плавим в любом случае. Ну и что? Добавилось? Да, добавилось кованое железо. Хорошо. Ковать. Я хочу вот эту штуку ковать. Кованое железо, необработанная древесина. Ага. Хорошо. Значит, сначала делаем лезвие. Для него нам нужно необработанный же, точнее, изготовленный одноручный меч. А. Я закрафтил. Вот это я молодчага. Ибрагим. Сложность, ковка 5, сложность. Хорошо, давайте пока еще что расплавим. Вот это копье хочу расплавить. А че не могу? Нету этого, да? Обработать. Блин, я все потратил. Елки-палки. Ну ладно. Можно будет поехать купить еще дерево, еще угля себе нахерячить. Так, торговцы. Забирайте вот эту всю дичь от меня. Оп-о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 п
подсолнечное масло не продал, елки-палки. Кованое железо оставлю, пригодится. Так, зерно, это я потом расплавлю. Нахрен этих верблюдов с собой вожу, объясните мне. Одного себе он взял и добренько. Так, это что, плащ? Я хочу у вас плащ, посмотрите, есть плащи. Шлем. Имперский длинный плащ. Один. Но мне пока не хватит на плащ. Кстати, что у меня за щит? Потертый каплевидный. Ранг 5. Вес, прочность 480. Что здесь предлагают? Усиленный небольшой кавалерийский. У меня получше. Хорошо, пустынный овальный щит. У меня получше каплевидный щит. Все равно у меня получше. Короче, бомба. Я щит выбил. Просто бомбический. Просто бомбический щит. Так, вы получите. Ладно, значит, это продаю. Продаю. Хорошо. Готово. Я хотел еще посмотреть такой момент. Я сделал себе меч. Вес у него меньше. Ранг оружия 2, там 3. Скорость взмаха. Только, короче, чуть длиннее. И урон с ускорения 36. Ну, пока, короче, пока оставим так. Так, пока оставим так. Наверное, давайте еще наймем немножко людей. Имперских рекрутов. Потому что армия наша должна расти. И процветать, скажем так. Готово. Все, у меня еще одного человека можно будет нанять. И на этом все. Ну, это уже будет в следующем видео. Ребята, спасибо за просмотр. Если кто-то вообще смотрел, оставайтесь с нами, с каналом Рульгейм Онлайн. Берегите себя и своих близких. Всем пока.